Rupam bhakti yoga paribhavito hitsaro yuasase sutekshita patanonanata pungsang jad jad dhiyat urugaya vibhavayati tat tad vapu pranayase sadano grahayo tat tad vapu pranayase sadano grahayo tvam bhakti yoga paribhavito hitsaro yuasase Shutekshita patanonana tupungsam Yadi jada dhiyat urugaya vibhavayati Tat tadabapu pranayase sadanu grahayo Gauriya Goshtipati Jagat Guru Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told Гурджи Гошипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что изначально Гуру Таттва, она приходит в этот материальный мир в различных формах, в формах Садгуру, чтобы спасти всех обусловленных душ от их бесконечных страданий. Гурджи Гошипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Баладев в форме различных садгуру приходит в этот мир, чтобы спасти обусловленных душ от их бесконечных страданий. И вот Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, как до тех пор, пока мы находимся в связи с лотосными стопами Шри Гуру, не может быть никаких проблем, никакого неудовлетворения. А в тот момент, когда мы отклоняемся от лотосных стоп Садгуру, то тогда различные проблемы, различные какие-то недовольства приходят. И в этом случае, и вот различные проблемы приходят к нам, чтобы поместить нас в какие-то проблемы. Шрила Прабхупад говорит, Гурупад Падма Садгуру говорит, тем людям, которые находятся в майе, куда вы идете, идите сюда, куда вы идете, почему вы ходите здесь и там. Идите ко мне, идите сюда. Приходите к лотосным стопам Садгуру. И там вы обретете все. Шрила Прабхупад говорит, все обусловленные души ходят, скитаются здесь и там в поисках различных удобств. У них есть какое-то скрытое вожделение. Такое скрытое пассивное вожделение, оно более опасно, чем активное. Активное вожделение, оно более хорошо, поскольку видно, кто есть кто. А тех, у кого есть такое пассивное вожделение, они могут выглядеть не такими, какие они есть. И вот обычно такие люди с пассивным вожделением, они лицемеры. И вот как Аджамила, например, или еще кто-то так подобный, они получили возможность избавиться от майи, поскольку их сердце не так запущено, запутано. И вот Джагатананда Пандит говорит очень важно, чем больше вы... то есть чем больше будет запутанности в вашем сердце, тем больше вы будете деградировать. Джагатананда Пандит говорит очень простыми словами, как пятилетний ребенок даже может понять. Если вы станете просто сердечным,
у вас не будет никакой запутанности, то тогда вы легко и просто поймете учение Гуранги, поскольку если вы ваше сердце искренне чисто, то тогда вы, несомненно, получите милость Садгуру. Гуранга Махапрабху, его учение внешне можно найти как каким-то запутанным, и для кого-то очень сложно разобраться, и в следующие дни я буду говорить об этом. И вот Шрила Прабхупад говорит, утвердиться в учении Гуранги Махапрабху, следовать лотосным стопам Гуранги Махапрабху полностью, это признак подлинного проповедника. Я могу более подробно в дальнейшем говорить об этом. Шрила Прабхупад говорит, обусловленная душа, они скитаются там и здесь ради получения каких-то удобств. И вот они хотят получить что-то связанное с телом и умом. I like to live my life very peacefully. Don't disturb me. I like to live my life very peacefully. Don't disturb me. This is the bath of a passive karma. Кто-то хочет жить какой-то спокойной жизнью, но чтобы никто не беспокоил, никаких беспокойств ниоткуда не приходило. Но это тоже одно из видов такого вожделения, поскольку вот в этом стихе говорится, что если в этой жизни на пути служения Кришне, на пути баджана, нам встречаются какие-то проблемы, какие-то беспокойства в служении Нитянанде, Анантадеву, Верховному Господу, то если различные проблемы приходят на этом пути, но все же мы должны совершать служение. А такое настроение избегать всяких беспокойств, это, как правило, такая склонность есть в человеке, в котором есть пассивное вожделение. Из этого пассивного вожделения постепенно человек может стать буквально слепым, как Дхритараштра Махарадж. Он слеп. Внешняя слепота как бы не так сложно, плохо, но внутренняя слепота, если этот человек духовно слеп, это более опасно. А какая-то внешняя слепота не так плоха. И мы пришли сюда, чтобы совершать баджан этому абсолюту. Мы пришли на путь баджана, чтобы совершать баджан абсолюту. Мы, хотя мы знаем, что вот в эту шлоку Нитайер Чарнасотя, лотосные стопы Верховного Господа, они вечны. А те, кто майвади, думают, не так. Но та шлока, с которой я начал в начале, те, у кого есть какая-то сила баджана, они поймут, почему я начал с этой шлоки, поскольку те майвади, они никогда не пытаются думать, что лотосные стопы Верховного Господа, они вечны. Они думают, что это на какое-то время, и после этого, если станем Брахмой, то что толку от этого? Кто-то, такие майвади, они думают, что они Брахма и Рама Брахма, и поэтому что толку кланяться ему? Но это концепция майвади.
Если мы будем попытаемся увидеть абсолютную истину своими собственными попытками, то это глупо. Если мы будем полагаться только на собственные силы, чтобы увидеть, узнать абсолютную истину. Шрила Прабхупад много раз говорил, что любое количество образования, власти, богатства, этого недостаточно. Это бесполезно на пути как абсолюту. Как долго? И люди зависят от денег, от власти, от образования, от какого-то рационализма, они никогда полагаясь на это, никогда не получат милость того абсолюта. Этого всего недостаточно. И вот мы знаем, что Брахма, он хотел понять, что это. Брахма хотел узнать Кришну. Кришна, он обычно проверяет нас в различные проблемы, помещает, чтобы мы чувствовали, что этот материальный мир бесполезен. Кришна, он помещает нас в различные проблемы, какие-то испытания посылает к нам, и это хорошо. Шрила Прабхупад говорит, что Кришна испытывает нас, и мы должны думать, что это милость. Любые ситуации, в которые мы попадаем, согласно нашей прежней карме, будьте уверены, что это милость. И все, что происходит, это для нашего блага. Если мы очень привязаны к жене, например, то как часто бывает, что люди очень привязаны к семье и не могут развить непривязанность. А если жена плохая, постоянно спорит, возмущается чем-то, ругается, то проще отвязаться от такой жены. И все, что происходит, мы должны знать, что это милость, прямая или косвенная милость Верховного Господа. Все происходит по его воле, это все для нашего вечного блага. Мы не можем... Мы знаем, что это абсолютная истина, Парабрахма, согласно Веданте Упанишадам, Расо Вайсах, это источник всех рас, даже материальные расы там. Даже те, кто совершает самоубийство, кто-то спрашивает, почему кто-то вот совершил самоубийство, но... И вот вначале я хочу спросить, почему кто-то захотел совершить самоубийство, поскольку он хотел получить что-то, что дало бы ему наслаждение, но из-за того, что не получается, то решается на самоубийство, как кто-то может захотеть жениться на какой-то женщине определенно, а та женщина против, и такие люди иногда самоубийство совершают, то есть это от неисполненных желаний. Есть причина за этим. Если найти изначальную причину, те, кто, у кого есть склонность к такому самоубийству, есть такие камикадзе, которые не только себя хотят убить, но и еще кого-то захватить. Но если это расследовать, такие случаи обычно люди это не просто так делают, а за вознаграждение какое-то. Хотя бы они сами не получат, но их семье достанется. То есть за всем есть какие-то причины. И вот смотрите, почему
люди совершают самоубийство, это, как правило, причина какая-то всегда есть. И вот расовая сах есть. Махарадж приводит вот пример с этой шлокой расовая сах из расагулы. Расагула, она сладкая со всех сторон, такого не бывает, что она с одной стороны сладкая, с другой соленая. И также Кришна, он расовая сах, он полон всех рас, как материальных, так и трансцендентных. Он источник всего. И согласно потребностям каждого, он исполняет его желание. И вот, Брахма, он хотел проверить Кришну, хотя мы знаем, что Кришна, только Кришна имеет право испытывать кого-то, не испытав, не проверив кого-либо. Кришна не принимает ничего, но особенность Баладева Акхара Гуру Таттвы. Баладев Махарадж Акхара Гуру Таттва, он настолько милостив, что мы никогда не сможем сравнить эту милость с милостью Кришны. Настолько он милостив. Иногда можно видеть, что какого-то человека все ненавидят, но даже больной Баладев, он может пролить милость на такого человека. Кто может, например, уважать и любить Дурьотхану? Никто не уважал его. Но Баладев, он сжалился над ним. И это милость Баладева Гуру Таттвы. Брахма, он осознал свою собственную ошибку. Он принес полный распростертый поклон Господу и начал молиться Ему. «О Господь, я хотел проверить Тебя, испытать». И после этого он начал возносить молитвы. Вот эти шлоки. Мы знаем твое имя Аджит. Аджит — это санскритское слово, значит, тот, кто никогда не может быть побежден. Но он может быть побежден. Но у нас должно быть бхакти. Без бхакти, если вы пытаетесь победить Кришну, это невозможно. И вот Брахма говорит такие же слова. Я хотел оценить тебя, как-то испытать, но это закончилось моим провалом. Это невозможно как-то оценить тебя, испытать. И те, кто игнорирует служение лотосным стопам Верховного Господа, что случается с ними? И вот Брахма, он горд был, он возгордился собой и захотел, не поверил, что Кришна — это Кришна. Он был горд своим материальным могуществом. И вот майявади, они самые худшие из джоши-цанги.
метамо, сочамо, бисера дамастану, джоро посуну. Джоро, моро, джоро посуну. Они подобны животным, эти майвади. Наропосуну, наропосу, дипаде, чатуспат. He have two legs, two hands. We know, but beast inside. Is that beast? То есть Махарадж говорит, что майвади могут на людей быть внешне похожи, но Бхагаватам говорит, говорится, несмотря на то, что у них две ноги и две руки, выглядят как люди, но внутри они как животные. И это техника проповеди сейчас. Но Нитьянанда никогда не показывал нам такую проповедь. Мы можем... Idiot number one. For infinity pure, I promise, for infinity pure they are going to hell. For infinity pure, they can go to hell. They are going to violate the instruction of Prabhupada and Bhaktivinoda. They are going to hell. For a little pratishtha, they can sell bodies of Buddha. Можно, к сожалению, видеть, что какие-то люди ради какой-то малейшей братишки готовы продать всю Гауди Сампрадаю. И такие люди, они все попадают в ад на долгое-долгое время. И, к сожалению, сейчас такая ситуация происходит. И... Те, кто игнорирует ваши твои лотосные стопы, они не думают, что лотосные стопы Кришны вечны, и обрести вечное служение Кришне – это наша вечная цель, но кто это понимает? И вот такие майвади, они попадают в огонь и сгорают, как насекомые. Нитай чаран сутто тахаро сева конитто нитай подош хода кру аш. Eternal, that the lotus feet of Nityananda. Лотосные стопы Нитьянанда, они вечны. Те, кто находится на лотосных стопах, у лотосных стоп Нитьянанда, они его вечные спутники. Они вечные спутники Нитьянанды, Бхагавана. Внутри Вриндавана те, кто Саки, эти друзья Кришны, Шридама, Судама, Васудама, они все исходят из Баладева. Они практически не отличны от Баладева. Баладев в различных формах, он хочет служить Кришне, своему Господу. И вот Акар Гуру Таттва Баладев, он учит нас, дает такой пример, что мы должны буквально обнять эту абсолютную истину крепко. Если ситуация, имеется в виду, что если какие-то проблемы приходят, то мы не должны во время этих проблем оставлять абсолютную истину, даже во время смерти. Ситуация может такой быть, что вы на волоске от смерти будете, но все же, если вы не забудете про абсолютную истину, есть такие люди, как хамелеон, они всегда приспосабливаются ко всему, чтобы никто их не заметил. Это лицемеры, как правило. Но Гауранга Махапрабху, он таких людей, таких майвади, он не признает. Если у нас есть такое настроение, то Нитьянанда Баларама, они никогда не примут нас. У нас достаточно иметь одно достоинство, одно качество, которое ожидается от нас, это простота, просто сердечность, искренность. Шрила Бхактивинода Тхакура, он писал,
Те трансцендентные гуру Вайшнавы, они все простые, простосердечные. У меня была возможность видеть этих махапурушей, как Сатья Говинда Махарадж, Гири Махарадж, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он был очень прост. Даже ребенок, в детях мы не можем найти такой простоты. И таким образом у меня была возможность видеть это, иначе кто поверит, и они, Гурудев был очень прост. Мне было неудобно, я не мог находиться у его лотосных стоп, насколько я мал и незначителен, и насколько великолепен Гурудев. Если мы не слепы, то тогда мы сможем видеть. И если сейчас мы не имеем вкуса к Харибаджану, а стремимся попасть в огонь, то это плохо. И вот он был очень прост. Даже пятилетний ребенок не мог сравниться с ним. Сердце Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа было очень простое. Мне было неудобно находиться рядом с ним. Я осознавал свою незначительность. Я начал с этого совета Шрилы Прабхупады. То, что когда мы отклоняемся от пути Нитянанды, Гурупад Падмы, то тогда различные проблемы, недовольства могут напасть на нас и захватить нас. Но если мы, наш ум находится у лотосных стоп Нитянанды, то никакое неудовлетворение, никакие беспокойства не могут задеть наше сердце, ничто иное не привлечет нас. И вот, если любые материальные вещи, как мы чувствуем привлечение к чему-то, то это значит, что у нас нет связи с Гурудевом, если нас что-то еще привлекает. Те, кто уже утвердились в лотосных стопах Нитянанды, Анантадева, как они могут привлечься чем-то еще? В бесконечном мире мы не можем увидеть даже одного, ничего, к чему гуру Вайшнавы могли бы привлечься. Привлечение чем-то, значит, это слабость. Если нас привлекают слава, почести, какое-то уважение от других, то... То есть, если мы стремимся к этому, то это оскверняет. И это значит, что у нас нет привязанности к Абсолюту. Если была бы у нас привязанность к Абсолюту, то мы бы не стремились ни к чему иному. Чистые Гуру Вайшнавы, они утвердились в лотосных стопах Нитянанды. Нитянанда значит Анантадев. Хари Ананта, Хари Рупа Ананта. Как кто-то может осознать Анантадева, познать Анантадева? Если мы хотим своим умом, то как мы можем достичь успеха? Он Анантадев бесконечен. И как же его понять? Он непостижим. Ananta,
чистые гуру Вайшнава не видят Ананта Дева. Все, что приходит к ним, они видят, что это Ананта Дев в различных формах. Как Джагат, Джада Бхарат, он во всем видел милость Господа, даже когда его хотели принести в жертву Кали, то он тоже видел милость Господа в этом. И не, абсолютно не беспокоился по этому поводу. Вайшнав тот, в чьем сердце нету никаких беспокойств. Если эти беспокойства есть, то они, как правило, трансцендентные. Они волнуются о том, что не могут спасти кого-то, а материальные беспокойства не может быть там. Если мы обретем связь с Ананта Девом, то Ананта Дев, он даст нам место у своих лотосных стоп, и тогда любое количество материальных богатств и прочего может быть, но Гуру Вайшнавы не чувствуют никакой привязанности к этому, и это признак чисто Гуру Вайшнавов. Они могут они никогда не стремятся и не привязаны ни к каким богатствам и никакой славе в этом мире. Ананта Дев, он бесконечен. Если мы изучали высшую математику, и вот там есть понятие этого. И вот там есть понятие стремления к бесконечности, стремление к нулю. То есть и дживатмы, они такие незначительные, мельчайшие создания, как джива, она то есть джива, она бесконечно мала, а Ананта Дев бесконечно велик. Душа настолько мала в сравнении с этим бесконечным миром. Кто она по отношению к этому миру? Нитянанда Ананта Дев, он бесконечен. А мы малейшие. А мы очень малы, и как мы можем иметь какие-то отношения с таким величайшим, как мы можем иметь какую-то дружбу с величайшим Нитянандой, которого мы даже не можем видеть и чувствовать. Как мы можем обрести связь с Нитянандой, поскольку без связи с Нитянандой нет никакого другого пути, и как же подружиться с ним? В этом проблема, поскольку он бесконечно велик, а мы бесконечно малы. Обусловленные души, вообще души, они очень малы. И поэтому дживатме так просто нельзя обрести дружбу с Нитянандой, но можно. И это «но» значит, что Нитянанда может это все организовать. Сначала до конца мы должны зависеть от Нитянанды. Мы должны зависеть от Баларама, а не от Кришны. Сначала до конца мы должны зависеть от Баладева. Если мы совершим малейшую ошибку, то в этом будет большая проблема. Везде, всегда, в начале, согласно предыдущим самскарам, текущим, согласно сатсанге, если сатсанга Нитянанда
Баладев, они... Балани Махарадж sending satsang. Они посылают сатсангу, чтобы изменить наше сердце. Also after satsanga, Balani Maharaj watching my mood. Actual satsanga done by me or not? Actual or kapat? Because those who are kapat, they cannot get actual satsanga. И Баладев, он смотрит на наше настроение. Те, кто лицемеры, они не могут обрести подлинные сатсанги. Кто, а кто обретает подлинное святое общение? В шастра говорится, что лавоматра садусанги сарваш ситихой. Лавоматра — это одна секунда, разделенная на 11, и этого более чем достаточно. Даже такого количества сатсанги достаточно, чтобы дать нам силы ускорения, чтобы достичь абсолютной истины. Но кто-то вроде всю жизнь совершает сатсангу, но в результате ноль или что-то близкое к нулю. И почему так происходит? И вот смотрите, это очень опасно, поскольку это из-за лицемерия происходит, и иначе Нитьянанда делает все. Нитьянанда организует все, Кришне не нужно думать, и Нитьянанда дает все для Кришнасевы. Нитьянанда Анантадев, он служит Кришне бесчисленными способами, понимаете? Анантадев Нитьянанда, он служит, Нитьянанда служит. Анантадев Нитьянанда, он служит Кришне в бесчисленных формах и бесчисленными способами относительно дживататвы. Я там тоже могу сказать, что Кришна самодостаточен все время. У Кришны не может быть никакого неудовлетворения. Что Кришна не может позвать какую-то женщину и танцевать с ней. Хотя, и смотрите, из Кришна, и он источник абсолютно всего, как вот в этой шлоке говорится, Ишвара Парама Кришна. Я сейчас сказал, что любой Парамахамса Вайшнав, он не может чувствовать влечение ни к чему материальному. Ни к чему в этом мире. И как мы можем ожидать, что Кришна может чувствовать вожделение или влечение к чему-то? Как мы можем чувствовать, что Кришна, он чувствует влечение к чему-то материальному? Это невозможно. Анантадев Баладев, он служит Кришне различными способами. И будьте осторожны. То, что Баладев Нитьянанда, он не отличен от Кришны, вы не должны забывать об этом. Хотя Баладев, он первое проявление Кришны, но все же в то же самое время не отличен от Кришны, особенно внутри Вриндавана. Внутри Вриндавана Кришна и Баларама, они являют различные лилы. Даже Раса Лилу и вот это, и другие остальные также. И те, кто слепы, они не могут понять. В один день я могу объяснить. Вот эту шлоку я могу объяснить, и тогда вы поймете. Вишванатха Чакравати Пад объясняет, что Кришна и Баларам и все гопи говорят, когда Кришна и Баларам, они входят в лес Вриндавана, и говорится, что они оба играют на флейте.
и у них у обоих это перо павлина. Вот эта шлока, она очень прекрасна, если мы посмотрим комментарий Вишванатха Чакраварти на эту шлоку, то он говорит там, что все гопи, они обсуждают то, что Кришна Баларам их сварупа. Настолько привлекательно, что никто не может избежать, а что никто не может не привлечься к Кришне и Балараму, когда они смотрят, вот этот взгляд Катакша называется. Сутайо значит, изучайте санскрит. Сутайо значит, это множественное число. Те, кто услышит это прекрасный звук этой флейты, когда Кришна и Баларам играет на флейте, кто может избавиться от этого привлечения, и Кришна, когда приходит, его перо павлина, его настроение, его улыбка, настолько это все прекрасно, что нет никого, кто бы не привлекся к такому Кришне. Кришна все привлекаешь внутри Вриндавана. Пытайтесь понять. Кришна и Баларам, они оба. И особо говорится, Браджеша Сутайо, кто такой Враджеша Нанда Махарадж? Не только Вишванат Чакраварти, а также Шукадев Госвами, Вьясадев говорит на 100%, что они Кришна и Баларам, они сыновья Нанды и Яшоды. А Баларам никогда не думает, что Нанда Махарадж не мой отец, Яшода не моя мать. Он никогда так не думает. Сердцем Нанда и Яшода, отец и мать, они никогда не думают, даже во сне. Рахини тоже его мать, но все же он выращен и воспитан Нандой и Яшодой. Рахини она тоже мать, но воспитание столько участия не принимала. Но и это прямо провозглашено кем? Шукадевом Госвами, Вьясадевом Госвами, Сутадевой Госвами, Вишвана Чакраварти Падом. И кем нет, все говорят так. Они сыновья Нанды Махараджа. И вот мы на 100% можем поверить, что внутри Вриндавана мул санкаршан. Сришти Татве не могу немного сказать. И вот там мы можем найти то, что Кришна Баларам, Баларам внутри Вриндавана, мул санкаршан, кто первое проявление Кришны, и он не отличен от Кришны. В Читании Читамрите говорится только, цвет его тела отличается.
а все другое едино. Только это светило отличается. Белый цвет, это белый цвет, он символ простого сердца, синий цвет преданным запрещено носить. Имеется в виду не всем, а преданным, поскольку синий нил, такой глубоко синий цвет, он, это символ Анантадева. И поэтому преданные не рекомендуется носить, только Баладев Нитянанда не носят такой одежду такого цвета. И вот кто-то спорит на тему, что Баладев не может носить павлинье перо. Но смотрите, почему кто-то говорит так? Какова причина? Даже писатели пишут много книг, и если взять их все сочинения и тех людей, которые читают, можно найти в их сочинениях ошибку. Они такие люди пишут, что раса Баладева невозможна. То есть есть такое мнение, и такие авторы, которые утверждают, но это неправильно. И вот тот человек, который писал, он же умер, и что-то против Гаудия Матха писали, потом судебное дело было, они проиграли, извинились, ну, насчет много-много чего, значит, насчет вот, священного шнура, шафрановой одежды, саньясы и Прабхунананды, Пракашинанды, это вот та одна группа, которая заблуждается во всем. И написали они много книг на эту тему, но, как правило, там все или почти все неправильно. И вот относительно Прабхунананды и Пракашинанды, Сарасвати, относительно расы Баладева, вот того человека нет уже. Иначе я мог пойти к нему и оспорить его утверждение. Хотя Вриндавандас Такур Махасу, кто есть в Ясадев Гора Лилы, он говорит другие вещи совершенно. Я мог бы указать ему на этот источник из читания о Бхагаватам, что вы пишете все против Вьясадевы. Вьясадев Госвами Вриндавандас Такур, он был в материальном мире. Любые дела материальные между мужчиной и женщиной, мы не уважаем это, ну, в материальном мире, это в индийском обществе особенно, но не уважается. И Муни Риши, и вот те Муни Риши, которые так не уважают отношения мужчины и женщины, они, смотрите, восхваляют расу Баладева. Почему так? Можно открыть читание Бхагавату, и там это описывается, что Муни Риши, которые очень пренебрежительно относятся к таким отношениям мужчин и женщин в материальном мире, имеется в виду в небрачном, и они же восхваляют Расалилу Баладева. И поэтому, если кто-то пишет обратное, это говорит о том, что вы против Баладева. И вот почему Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж выкидывал чьи-то книги? Поскольку там вот такая апасиданта была. Мы хотим видеть ваши чувства. Если кто-то говорит какие-то лекции, то у нас нет времени слушать ваши лекции.
Мы хотим чувствовать, что вы чувствуете Нитянанде, Баларами, Кришне, Вайшнава. Чувства мы должны обрести чувства. И таким образом, те, кто спорят, и таких много людей, которые вот оскверняют все. В то время как Гауранга Махапрабху, если говорит малейшее отклонение, те, кто не думает, а те есть все люди, которые и вот Гауранга Махапрабху, те, кто То есть перед Нитянандой мы не должны кланяться никому, даже если Кришна там был бы, то а если, то есть прежде нужно Нитянанде кланяться, а потом Кришне. И также Гурудев — это воплощение Нитянанды, и поэтому сначала Гурудеву должны кланяться, а потом Кришне. И по милости Нитянанды мы можем развить наше прекрасное чистое сердце, и тогда мы сможем совершать баджан. И вот согласно Вишванатху Чакравати, он также говорит, что Кришна Баларам. И вот гопи, они привлекаются к Кришна Баларамы. Конечно, когда раса Баладева была, она была отдельной группой, какая-то группа гопи. То есть гопи этого Баларама Кришны, они разные. И вот говорится Маду Мадхава. Это Маду Мас. Что это значит? Мадума значит Васантакал, весна. Весеннее время. И вот Кришна, Баладев, в Падмапуране также говорится, что Кришна пришел внутри Вриндавана, в Бхагаватам. И вот в Падмапуране также провозглашается, что Кришна пришел внутрь Вриндавана, чтобы утешить отца и мать. Они практически умирали от горя, и в Падмапуране это говорится, в Бхагаватам. Таких подробностей нету, но Бхагаватам. Бхагаватам хочет даровать нам прему. И вот Бхагаватам он объясняет то, как шаг за шагом обрести прему. Изучив Бхагаватам, если мы не обрели прему, то тогда нет толку от изучения Бхагаватам, или значит вы как-то неправильно изучали Бхагаватам. Если кто-то изучает Бхагаватам под руководством чистого Гуру Вайшнава, то как не обрести премы? Это значит, что вы слушали от какого-то оскверненного источника, либо сами были осквернены, что не смогли воспринять учение Бхагаватам. И вот смотрите, внутри Вриндавана Кришна и Баларам, они играют на флейте, и вот эти два месяца Чайтрай Вайшак, Баладев Нитянанда, он находился внутри Вриндавана два месяца, и потом ушел туда. И Аджива Госвамипад говорит, Кришна, он никогда
И также Баладев, они никогда не уходят из Вриндавана. Кришна никогда не уходит из Вриндавана, чтобы развить это чувство Бхаву, как одна река. Она по пути может встречаться с различными препятствиями. Как если кто-то был, где начинается Алокананда или Сарасвати, или Мандакини, вы были там. И вот по милости Гурупад Падмы я видел Анантадева. Я почувствовал свою незначительность относительно всего мироздания. И вот там, где начинаются Алокананда и Сарасвати, эти реки, они текут с гор. И преграда какая-то возникает, то... И вот если мы будем в Рудра-Праяге или Дев-Праяге, там настолько все величественно, и великие большие эти камни по пути встречаются, это реки, и также, когда в нашей преданности, чем больше препятствий, всяких барьеров, то тем больше мы... И вот чем больше препятствий будет на нашем пути, тем больше силы мы обретем, больше решимости достичь Кришны. Какие-то физические проблемы, ментальные, социальные могут возникнуть, и различные другие могут быть, но все же, если вы день за днем разобьете ваше настроение, влечение к Кришне, то тогда будьте уверены, вы достигнете Кришны. А если вы не готовы встретиться с какими-то препятствиями, проблемами, то нет никакого вопроса. И вот Баладев в 2 месяца чайте Вайшак Мас, он совершал Расалилу с своими гопи в Эча Дауджи или Кеча Дауджи, в Раджавасе так называют. Кеча значит этот... Плуг или И вот Кришна, он совершал расу там, и великие поэты, и сейчас даже споры идут, что не может быть такого. И вот кто-то утверждает, что Баладев не может совершать расу, но такие люди, они выступают против Вриндавана Стакура, то есть Вьясадева, и что толку от их книг? А особенность павлина в чем? Павлин, он символ отсутствия вожделения. Этот перо павлина, поскольку павлины, они физически не спариваются. Этот пикок, он семя как-то бросает на землю, а павлиниха, она принимает это, подходит, ест и беременеет таким образом. То есть они физически не испариваются, и поэтому эти павлины – символ отсутствия вожделения. И вот если есть какое-то вожделение, как мы можем обрести Кришну? Кама значит майя, и как мы можем обрести? И вот те, кто совершает баджан Кришне, они даже не должны иметь никакого вожделения. Если есть какое-то вожделение, то мы должны слушать Харикатху. Я не говорю, что конечно, различные виды вожделения могут быть у нас, но мы должны... Но мы должны слушать Харикатху, пытаться изменить наше сердце. Харикатха может изменить наше сердце.
sumatunagatha savano vidhanai tatha tatha paschati vastu suksham. Anytime I discard you. You go on hearing Harikatha. From heart. И вот вы должны слушать Харикатху сердцем. Not не на показ, а именно сердцем вы должны слушать Харикатху, и тогда вы сможете изменить ваше сердце. Это очень прекрасная шлока, мы должны не стыдиться и воспевать эту шлоку. Совершать ванисаву очень хорошо. Если вы хотите танцевать, можно танцевать в уме. Не каждый, как Рамананда. Те чистые гуру вайшнавы, они видят нас как детей. Tadevaram namruchiram navam navam tadeva sasyad manuso mahasavam tadeva sokarnava soshanam ninam jaduttama sokuja sokunugiyyanti. All new and new. Whenever you hear Harikatha, it's new and new because когда мы слушаем подлинную Харикатху, то она ощущается как каждый раз, как новое и новое, как, например, мы видим Говинда Деву каждый день, но он в какой-то новой форме открывается нам. Или Шьяма Сундар, вчера мы ходили на даршан к Шьяма Сундару, и сегодня пошли, и он в каком-то новом виде, и это зовется Анурага, такое сильное влечение, это зовется Анурага. Рак и Анурак. Что говорить о Бхаве, Махабхаве? И вот под руководством Нитьянанды одно из имен Нитьянанды – Пашанда Далан. Пашанды, эти безбожники, Нитьянанда хочет их, особенно тех, кто совершает вайшнава парачи, Нитьянанда хочет их уничтожить. И поэтому одно из имен – Пашанда Далан. Sonaro Parvate Jano Bhulati Kapa. In Nitananda, I can discuss about it, the same thing, but still. So you see, и вот смотрите, Баладев, он может совершать расу, это в Бхагаватам описывается, что он совершает расу. И Вьясадев говорит, и я объяснял о значении этого перо павлина, символ отсутствия камы, вожделения, символ чистоты, и поэтому Кришна носит это перо павлина, и Баладев также. Но другое проявление Баладева не может носить перо павлина. Тема очень обширная, и никакого времени не хватит. И вот Галока Вриндаван, внутри Галока Вриндавана есть Мул Санкаршан Баладев. И этот Мул Санкаршан, он принимает форму Читурвьюхи, Васудев, Анирудха, Прадюмна и Санкаршан. Это Читурвьюха.
А вот этот Санкаршана Чатурвихи, он не может носить перо павлина. А Баладев внутри Вриндавана, который его проявление совершает ту же лилу, что и Кришна, он может. И вот из этой четырвьюхи на Галока Вриндаване и в середине Вриндавана, внутри, снаружи Вриндавана, Матхура, и еще дальше снаружи Дваракадама, и еще дальше Навадибдама. Это приложение, это при продолжение Кришналилы, это зовется Шветадвип. Паричишта Кришналила. Горлила – это полное объяснение Кришналилы. И поэтому Горлила более важна. И таким образом мы можем видеть, что снаружи Чатурвьюха и потом Вайкунха. Вайкунха, она также бесконечна. Галока бесконечна, но там также Чатурвьюха, и та, в той Чатурвьюхе Санкаршан там, и там мы можем найти Каранарнава Сай Вишну. Каранарнава Сай Вишну. Внутри это внутри его пор бесчисленные браманды, как можно понять его величие, как посчитать. Я знаю, кто там математику знает, считать умеет, но такое нельзя сосчитать, оно стремится к бесконечности. Только на словах это можно сказать, но как почувствовать? Далеко не каждый может почувствовать, только по милости Нитянанды мы можем обрести представление о его бесконечности. И вот о Брахма-самхите такие слова. И вот Махавишну, он в теле Махавишну, в каждой его поре бесчисленные, в каждой этой поре там находятся браманды, там Гарбхудакашая Вишна. И в каждой браманде из этого Гарбхудакашая Вишна, из его пупка растет стебель лотоса, и на этом лотосе там находится Брама. И также в каждой браманде есть своя земля Притхиви, и там Кширадакашая Вишна, и все дживатмы, они в нем, из него исходят. И в Брахма Самхите также говорится: Рамади Муртишу, Рамади Муртишу Кала Ниямена Тиштам. Рамади Муртишу Кала Ниямена Тиштам. End of this sloka. Follow. Nana avataram aparat bhuvaneshu kintu. This sloka. There you can find. И вот в этой шлоке можно найти все ават, что все аватары исходят из Гарбхудакашая Вишну. И Кширадакашая Вишну, там где Кхирасагар, там Анирудха Вишну. И все аватары исходят из Баладева в итоге. И вот Муртишу Кала Ниямена Тиштам Нана Аватарам Акарат Бхуванешу Кинту
И вот мы должны пытаться понять эту шлоку. И Баладев, он может играть на флейте, я уже вот говорил в этой шлоке, и носить перо павлина. И вот Баладев на флейте может играть, может петь, и описывается это, и носить перо павлина. Вот перед обезьянок, это была Дивидбана, как-то так называлась, и Баладев танцевал со всеми гопи, со всеми своими шакти. Эта обезьяна хотела что-то плохое там сделать, и Баладев разгневался и убил эту обезьяну. Дивидбану как-то так ее звали. И вот она убита была Баладевом, и вот таким образом все. И вот сейчас я хочу сказать о другой теме, потом вернуться к явлению Баладева. Внешне, а еще там, ну еще есть Враджаваси, есть, а есть Хеваси. Те, кто живут во Вриндаване, они не все Враджаваси. Те, кто находится во Вриндаване давно, как Джанмиджай, и здесь. И здесь Ваджранабха. Джанмиджай в Дели были, а Ваджранабха вот там во Вриндаване, но Враджамандала. А все спутники Кришны ушли на Галоку. Кто-то остался тут, кто-то ушел, поэтому в Раджаваси остались, а другие браманы, вайши, кшатри, они были отправлены во Вриндаван с какими-то этими, условиями, поскольку народу мало там было, нужно поддерживать было кого-то, поэтому царь послал каких-то людей туда, и вот эти не враджавасини. И те, кто... И вот и это поколение враджаваси есть, а те, кто были посланы царем жить во Вриндаване, в Матхуре, они хеваси называются. Или хеваси. А другие враджаваси, которые изначально там жили, и внутри Вриндавана Ваджранабха начал править Матхурой. И все враджаваси, Кришна забрал их, как Рамачанда, когда он оставил этот материальный мир. Он вошел в свою вечную обитель в Айодхью, и Рамачанда, когда ушел, то Рамачанда со всеми своими спутниками ушел. Все его спутники, они также ушли вместе с ним в духовную Айодхью, и также Кришна забрал всех в Раджаваси. Кришна перед тем, как войти в вечную даму, то есть история об этом. Нанда, Ишода, все другие спутники, они также ушли вместе с Кришной. Васудев, Деваки и прочие. И таким образом, те, кто в Раджаваси, изначально в Раджаваси, мы не можем найти их сейчас, это проблема их. Нет. Почти. И вот Мадхавендра Пурипад, Шрила Прабхупад, Бхактивинода Тхакур, они
изначальный в Раджавасе. Какой главный признак в Раджавасе? То, что они всегда думают о Кришне. И вот Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, они все подлинные в Раджавасе. Они изначальные в Раджавасе, как и Мадхавендра Пурипат или Ишвар Пурипат. И вот сейчас споры возникают, но я хочу рассказать о милости Баладева, Баладев. Он пытался сделать лучшее, что он мог, чтобы прекратить борьбу пандавов и кауравов. Но все же это было неизбежно, никто не мог этого сделать. И тогда Баладев сказал: «Я хотел прекратить борьбу между вами, но вы не слушаете меня, я не хочу здесь находиться, как вы убиваете друг друга, я уйду из этого мира». И под именем паломничества Баладев сказал: «Я не могу находиться с вами, вот ухожу». И Баладев вот сказал, что идет на паломничество, и ушел, и Нитьянанда надо также по тем же местам паломничества в этой лиле, в гору лиле. И вот Баладев ушел, и Баладев достиг Наймишарани, и там, и когда кто-то идет на паломничество, он не должен убивать никого. Поскольку вы идете на паломничество, значит, никаких споров, борьбы не должно быть. И Баладев никогда не хотел убивать никого. Но так или иначе, учение в чем? Баладев, когда достиг Наймишарани, и там можно найти. Он увидел Махаршан Суту, который сидел в Ясасане. И вот там сатсанга происходила, Риши Муни. Они позволили ему находиться в Ясасане. Не только это, Риши Муни, они дали ему какую-то особую силу, чтобы он не уставал, не потел и прочих беспокойств, чтобы не было, чтобы... И все Риши Муни, все, что они делают, для этого нужно одобрение Нитьянанды. Я вот сейчас говорил о Расалиле. Расалила Баладева, она по желанию Кришны происходила. Вы можете изучить Чайтанья Бхагавату и найти. Каково желание Кришны, чтобы исполнить желание Кришны? Это решение Баладева Нитьянанды. Они должны служить Кришне все время, или Гуранге. Если они делают что-то, что вы не можете понять, но вы должны понять, то, что если Расалилу они совершают, то это даже это по желанию Кришны. Понимаете, что я говорю? Даже Баладев совершает Расалилу, то это Расалила она по желанию Кришны. Если вообще Нитьянанда жениться, то это тоже по желанию Кришны, Кришна Чайтанья. У него нет никаких личных корыстных желаний. Почему мы говорим, что Акара Гуру-таттва Баладев Нитьянанда? Поскольку мы получаем такое учение Ананта-дев, Ананта-сварупа в бесчисленной форме, так или иначе. Баладев и Нитьянанда, они служат лотосным стопам Верховного Господа Кришны или Гуранги Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья. И вот Баладев совершает расу. Как вы думаете, что Баладев совершает расу из-за своей собственной, по своему собственному желанию? Это неправильно. Баладев, он никогда не совершает ничего,
чтобы не хотел Кришна. Как Лакшман, он делал все по желанию Рамачандра, не по своему желанию. По своему желанию, если то, как он может сказать, что он изначально Гуру Таттва. И вот женитьба Нитянанды, Раса Лила Баладева, это все произошло по желанию Кришны и только поэтому. По желанию Кришны Чайтаньи это все произошло. Все бесчисленные лилы. И даже внутри Вриндавана можно видеть Симхасана, трон, на котором Кришна восседает, это тоже Баладев. Подушка, на которой Кришна облокачивается, это тоже это форма Баладева. И священный шнур тоже это Баладев. Под эти тапочки, эти сандалии Кришны, это тоже проявление Баладева. Все, что можно представить, это проявление Баладева, асана и все остальное. И в различных формах садгуру он приходит и показывает, как мы должны служить Кришне. И все садгуру — это проявление Баладева. И даже Нитянанда, когда женится, это тоже по желанию Махапрабху. И вот тогда Баладев, он идет в паломничество, то это тоже по желанию Кришны, но мы не можем понять. Это контраст такой между плохим и хорошим. И чтобы показать великолепие Гуру Крипы, Баладев, он поддерживает. И таким образом, смотрите, Баладев, он пошел в паломничество и там увидел, когда он пришел до того места, на Мишаране, Лоу Махаршан Суту увидел, тот сидел на Вьясасане и говорил Харикатху по одобрению Риши Муни. И вот в Бхагаватам, когда я буду более подробно говорить, я покажу вам, что говорится, Баладев, он явил лилу гнева, поскольку когда Баладев пришел к нами, к Кшетри, к тому месту, где тот Лоу Махаршан говорил Харикатху, то тот не встал и не выразил почтения Баладеву. И Вишвана Чакравати подпишет, что Баладев изначально Гуру Таттва, он когда пришел к Риши Муни, все встали, и этот Лоу Махарша не встал и не выразил ему своего почтения, поэтому Баладев, он явил лилу гнева. На самом деле Баладев никогда не может разгневаться, это его лила. Как Баладев может разгневаться? Гурудев никогда не может разгневаться. Но Баладев иногда являет лилу гнева, как мать, например, иногда бьет ребенка с любовью. Когда Лакшмана, дочь Дурьотханы, была похищена из Шамбу, то в то время спор был на эту тему, и лила была такая, и они поймали Шамбу без как-то не про правила, мы поймали в ловушку какую-то.
И это как бы неправильно считается. Но так или иначе, что случилось? Дурьотхана, Баладев сказал Кришне, что Кришне, не надо туда идти, это мое дело. Если ты пойдешь, там ничего хорошего не будет, лучше я пойду, я твой старший брат, и я пойду решу эту ситуацию. И вот Баладев пошел и сказал Дурьотхане, иди, сейчас сказал, чтобы информировали, что Баладев приходит, чтобы решить эту проблему. И когда тот пришел, все выразили ему свое почтение, поклонились. И Баладев сказал, что мы не должны бороться между собой, мы родственники, и не нужно спорить, и вы должны освободить этого самбу. И Дурьотхан, он начал оскорблять Кришну. И тогда Баладев разгневался. Ты сказал, ты оскорбляешь Кришну, говоришь всякую ересь против него. Это твое благотворительность, Пурвасена Кришна. А, то есть это твое... Ты так возгордился с собой, насколько горд. И тогда Баладев, он был против, чтобы этого самбу освободили, сказал, наоборот, его в тюрьму надо посадить. И когда они ушли, Баладев взял свой плуг и сказал, сейчас я весь Хастинапур выкину в Гангу. И вот он взял этот своим плугом этот город, и там землетрясение случилось. И все выбежали звать Баладева, просить о спасении, молить о прощении. И вот они все пришли к лотосным стопам Баладева. И Баладев так или иначе, он успокоился. Иначе, если бы они чуть позже пришли, то он этот весь Хастинапур хотел в Гангу кинуть. И сейчас, даже если посетить этот город, то можно видеть, он наклонен и сползает, как будто сползает в Гангу. И вот Махарадж там был, посещал это место, там, где Шукадев Госвами говорил Харикатху. И вот там этот Хастинапур был по дороге. И вот так он так накренен и как будто сползает к Ганге. И Баладев произнес, те, кто не... И вот он сказал, как животные, которые не слушаются, то палка помогает найти общий язык с животными. И поэтому Баладев, он иногда наказывает кого-то. И вот Дауджи Махарадж пришел в Наймишаране, Наймишкшетру, и там Лоу Махаршан находился. И вот Вишвана Чакравати Пат объясняет, что Баладев, он разгневался, и согласно версии Баладева, он сказал, это дарма, те, кто несут флаг дармы и ничего, ничему не следуют, то вот Баларам говорит, та причина, по которой я пришел, чтобы предотвратить разрушение дармы. И Вишванатха Чакравати согласно этому объясняет. И вот он говорит, что настроение было в том, чтобы убить, чтобы разрушить то, что
то, что случилось вместо Бхагавадхармы. И вот, но Баладев, он, например, на паломничество пришел и убивать кого-то нехорошо. И поэтому он решил взять эту травинку Куша и отрезать ей голову Лоу Махарша. Но он так это сделал, но ни капли крови не пролилось его. Там яги происходило, а на месте яги нельзя, чтобы даже капля крови упала, иначе все оскверняется, заново надо сделать. И вот Баладев, он взял эту траву Куша, она острая, и так отрезал ему голову этому Лоу Махаршу, но за то, что он не выразил почтение ему, когда тот пришел. И вот различные саду в Вриндаване, они обсуждают это, и вот пытайтесь понять, когда Нитянанда, он пнул Шивананду или Шриканту, а, то есть, смотрите, жена Шивананды, она очень обеспокоилась. И вот Вишвана Чакравати говорит, каково значение Лоу Махаршана? Вы изучаете санскрит, вы должны знать, каково значение этого Лоу Махаршана. Лоу Махаршан. И вот на санскрите вот такое объяснение. А что все волосы на теле, слыша Харикатху, они встают. Вот такого значения его имени. Но как можно ожидать, что такое может быть чем-то глупым? И, ну, так или иначе, это лила Кришны, поскольку без вдохновения Кришны Баладев ничего не может сделать. Баладев, он может делать все, но по желанию Кришны. И также может быть, что этот Лоу Махаршан, он совершал свой баджан, поскольку он был учеником Вьясадева, но Баладев, он убил его. И, но поскольку Баладев был полон премы, он сделал замечание ему, что тут все встали, поприветствовали его, выразили почтение, этот Лоу Махаршан даже не встал. И поэтому он хотел проучить его. Но поскольку оружия никакого не было, взял траву Куша и так ему отрезал голову этой травинкой. И ни капли крови не пролилось. И второе. Кто ученик Вьясадева Госвами? Пытайтесь понять эту сиданту. Тот, кто прямой ученик Вьясадева Госвами, тот, кто получил возможность быть выбран всеми риши и муни, чтобы находиться на Вьясасане и говорить Харикатху. Но версию Баладева тоже нельзя игнорировать, и в Чайтанья Чаритамрите говорится, когда Кришна или Гауранга Махапрабху не совершает одну лилу, то... И вот в Чайтанья Чаритамрите говорится, когда Кришна или Гауранга Махапрабху совершают одну лилу, то в этой лиле много причин. То есть одна лила может служить многим целям. И когда Кришна Баларам, они пришли на
в Матхуру, на, где Камса вот это, на поле это, борьбы, ну там, где борцы боролись. И вот когда Кришна Баларам, они пришли, бороться туда, то молодые девушки, которые смотрели, они видели его как Камадева, а старшие женщины видели его как своего сына, как ребенка, и они думали, Камса, он бессердечен, как он может. Мог бы противник из себя выбрать какого-то посильнее человека, зачем детей выбирать? А Камса этот этот отец Кришна, он Васудев видел его как своего сына, а Камса видел Кришну как свою смерть. То есть все, кто там присутствовали, они видели одного Кришну, но воспринимали его по-разному. Как, а почему этого не может быть? Смотрите, если поместить какой-то бриллиант в комнату, то люди, находящиеся в этой комнате, они будут видеть этот бриллиант, сияющий различным цветом. С каждой со своей точки зрения будет видеть различные цветы. А что говорить о подлинном бриллианте, о Кришне, который источник всего, и поэтому это возможно. Согласно нашим самскарам, нашей бхаве, мы будем видеть Кришну в разном свете, в разном виде, и вот здесь Кришна Баларам, они пришли, и различные, если мы будем обсуждать это с различных точек зрения, то увидим, что Баладев говорит так, и согласно Вишна Чакравати, он тоже говорит правильно. Но также, может быть, ученик Вьясадева Госвами, мы не можем ожидать, что прямой ученик Вьясадева Госвами, кто получил учение от Вьясадевы, и тот, кого Риши Муни все выбрали сидеть на Вьясасане и говорить Харикатху, и они дали силу ему Баджана, чтобы у него он не было усталости и пота, и никаких беспокойств. И вот Баладев, когда пришел, он сделал замечание, что это Дхарма Даджи, он не уважает Дхарму и не встал и не выразил почтение ему. Может, а почему так произошло? Может, этот Лоу Махараш, он хотел оставить свое тело, и поэтому сделал так, что и может он, его судьба такова, что он вынужден умереть таким образом. И это, может быть, было его желание. И в Бхагаватам Вишвана Чакравати также говорит, что это процедура, через которую он должен оставить тело. А почему? И почему именно так? В Бхагаватам говорится, вот то, как он должен помирить, это предопределено уже, что он, этот Лоу Махарашан оставит тело таким образом.
И поэтому произошла такая лила. И поэтому тот, кто ожидает прихода Баладева, как он может быть глупым? Он просто хотел оставить тело от руки Баладева и без всякого оружия, и так и получилось. И вот Лоу Махарашан Махарадж, и после этого те Муни-риши говорят, и есть сомнения, как Муни-риши говорят: «О Даджи Махарадж, ты изначальный гуру всего мира, как ты мог совершить ошибку, неосознанно убив этого Лоу Махарашана?» И вот риши Муни не говорили так: «Но как это возможно, что Баладев не знал, что он делал?» Если он уже находился на Вьясасане, говорил Харикатху, ему дали риши Муни свою силу, чтобы тот не уставал, не потел, разве Баладев не знал это? Баладев, он вездесущий, всезнающий. И вот эти некоторые риши Муни сказали, что ты совершил Брахмахатью и должен теперь искупить эту вину. И что же мне делать? Иди. Иди соверши паломничество по святым местам. Но Баладев под именем этого паломничества он спасал людей с этих святых мест. И Вишвана Чакравати говорит, это невозможно, чтобы и сердце Баладева осквернилось этим убийством Лоу Махарашана, но поскольку он был гуру, он должен вести себя таким образом, и поэтому он вынужден был совершить паломничество, чтобы дать пример другим. И вот он с Канья-Кумари, с самой южной точки Индии, и до верхушки Гималаев, до Вьяса Гуфы, он обошел вот всю Барату. И Нитянанда также это сделал. И пытайтесь понять, это есть. Это. Почему риши Муни? А то есть почему это произошло? Произошло для того, чтобы дать нам пример. И поэтому Баладев, он совершил паломничество по всем святым местам, хотя он лучший из всех мест паломничества, он сам по себе является тем, и даже Кришна куда приходит. Кришна хочет принять омовение в объятиях Баладева. И как можно говорить, что Баладев осквернился? Но это одно из поведений Авадхута. Нитянанда, Авадхут. Авадхут может сделать все, что пожелает. И таким образом различные садху, вайшнавы, они И вот Баладев в итоге, когда совершал свое паломничество, он увидел, что все закончилось, и только Дурьотхан и Бхимасен, они боролись друг с другом, они вышли на дуэль. Бхимасен с одной палицей, Дурьотхан с другой, и Баладев сказал: «Что толку? Бессмысленная борьба, почему вы этим занимаетесь?» А поскольку они, сила их была одинаковая, и они не могли победить друг друга. Дурьотхан, он знал технику борьбы на этих палицах, чем Бхимасен. А Бхимасену было немного больше силы, поэтому они боролись долгое время и не могли победить друг друга.
Speaking to at the time of fighting when took place with Jarasandha also Krishna is very clever. И вот Кришна очень умен, и Бхимасена говорил, я не могу победить его, что делать, так много споров. И Кришна взял травинку, разорвал ее и кинул в различные стороны. Вот. И вот что это значит. И Джарасандха тогда упал. А тот его разорвал. Но это Кришна, он показал, как это сделать. На примере травинки. Джарасандха, он этот... Ракхуси Джора. One mother, I cannot discuss all in details, was thrown into garbage, and Jorana or Rakushi, and you play with this thing. What is this? То есть мать его выкинула в мусорку, а потом какая-то демоница приходила. То есть мать его разорвала и выкинула в мусорку, а потом демоница какая-то, ракшаси, ведьма, приходила, смотрит, что-то там лежит. И она взяла эти две половинки этого ребенка, соединила его, так этот получился этот Джарасандха. Кришна знал это, и вот он дал указание, что нет никакого пути победить Джарасандху, только можешь его пополам разорвать. И о Дурьотхане, когда Бхимасен сказал, о друг, я, о Кришна, я не могу победить его, и Кришна сказал, показал вот на левую часть ноги, что нужно туда бить, поскольку благодаря тапасе, аскезам Гандарима, перед тем, как началась борьба на Курукшетре, она Дурьотхану позвала ночью, приходи ко мне обнаженный, о мать, я могу сделать твое тело безупречным. И вот Дурьотхан пришел обнаженный, и Кришна там был и сказал, что ты голый сюда пришел. И я сказал, мать позвала меня, ты царь, по крайней мере, по повязку на бедренную надень, что голым ходить. И вот ему стыдно стало, он взял какую-то на бедренную повязку, надел, и эта мать благословила его, что его тело станет буквально стальным, и никто не может убить его. Ну вот это, а поскольку повязка была набедренная, вот эта часть уязвима была. И Кришна вот дал ему намек. И в итоге, благодаря совету Кришны, Бхимасен, он ударил его по ноге, и Абаладев, он разгневался, зачем ты правила нарушил, ниже пояса нельзя бить, и чего это, Баладев чуть не убил, и Кришна схватил вовремя Баладева, сказал, о брат, остановись, нет, тут правила борьбы нарушил, я сейчас убью его, а Кришна не отпустил его, сказал, подожди. Кришна сказал, ты посмотри, каким правилам и предписаниям следовал этот Дурьотхан.
всю жизнь ничему не следовал, а тут Бхимасена одну ошибку в своей жизни допустил, что ударил его ниже пояса, и ты его убить хочешь. И сказал, да, хорошо, одну ошибку совершил, то не проблема, а тот всю жизнь одни ошибки совершал. Оскорблял Драупади на открытом собрании, хотел раздеть Драупади перед большим собранием. Вел себя нечестно, обманывал людей. В итоге Раму на 12 лет отправил в ссылку, а ты сейчас хочешь убить его за одну ошибку всего. И Баладев успокоился, Кришна, он смог успокоить его. Даже, смотрите, даже для Дурьотхана, такого плохого человека, такого негодяя, он и то чувствует какую-то жалость. И это милость Баладева. Если вы будете говорить, то мы будем говорить, то закончить о его милости мы не сможем. Он Анантадев, и вот сейчас я хочу сказать важное. Сейчас споры идут во Вриндаван на эту тему. Хотя мы гаудии, чистые преданные, они соблюдают день явления Баладева. Но в Вриндаване эти хаваси не говорят, не признают, что сегодня они день явления Баладева потом соблюдают. Они говорят, что Баладев на год старше Кришны. И как это возможно, что Баладев старше Кришны на год? Как это возможно? Разница всего где-то 17 или 18 дней. Первое, когда Деваки Мата, она была внутри тюрьмы, то тогда все шесть этих мальчиков они были рождены и убиты Камсе. И в Бхагаватам говорится, что седьмой ребенок, что Анантадев придет. Кришна предсказал это. И Баладев пришел, явился в чреве Деваки. Все ждали. И Камса тоже ждал, и когда, чтобы убить его, как он родится. Но тем временем лила произошла. Поскольку Кришна, он дал уже указание Йогамая. Мой Баладев, он явится в чреве Яшоды, Деваки. И это твоя обязанность перенести его в чрево Рахини. Она сейчас Нанда Яшодой там. Если ты сделаешь такое служение, то тогда все будут поклоняться тебе в благодарности. Кто-то будет звать тебя Амба Майе, кто-то Дургой, кто-то Сарадеви или Амбика или Кришна. И вот все будут поклоняться тебе в различных формах. Когда Камса хотел вот убить эту девочку, а потом девочка родилась после этого. Сначала я говорю о Баладеве, и вот это было наставление, данное Кришне, Йога Майя. Ты должна совершить это служение, ты должна этот плод перенести в чрево Рахини. И в Бхагаватам описывается, это произошло через 6 месяцев.
как-то она на шестом месяце беременности была, потом это Майя она перенесла, поменяла местами эти детей. И вот Йога Майя перенесла этого ребенка в чрево Рахини. И Гарга Муни, когда он назвал, почему он сказал, что его имя Баладев, Баладав, Нанда Баба, Нанда Махарадж, это твой сын Баладав, он очень могуществен, очень силен, даже Кришна не может сражаться с Баларамом. И поскольку он очень могуществен, его имя Баларам. И Локо Раманат. Тот, кто может даровать радость в Раджавасе. Рам. И когда мы говорим Хари Кришна, там слово «рам» значит «Кришна», но какие-то организации, они неправильно объясняют. Но здесь Локо Раманат. Тот, кто дает радость в Раджавасе, поэтому его имя Локо Раманат. Рам Баларам. И раньше он был сыном Васудева. Он может видеть прошлое, настоящее и будущее, когда он называл, давал имя Гарга Муни, сказал, что он когда-то был сыном Васудева, и сейчас он явился здесь. И вот суть в том, полгода прошло, и этот шестимесячный плод, он перенесен был в чрево Рахини, и после этого Кришна пришел не как материальный человек, не думайте так. И после этого, когда Баларам был перенесен, Самак Рупе, и вот он был перенесен с одного чрева в другое, его имя Санкаршан. И другое, то, что после того, как Баларам ушел, это... И потом Кришна там явился в чреве Деваки. И этот Кришна в возрасте 8 месяцев, в месяц Бадра, Бадрамас, в этот... осень, и Кришна явился, и Кришна проявился, и... День явления Кришны, я буду говорить об этом. Кришна явился в четырехрукой форме. Не как какой-то материальный ребенок, а именно такой четырехрукой форме. И потом, что случилось, Баладев, он родился, он ждал, поскольку 6 месяцев уже прошло, и Баладев ждал, чтобы Кришна явился, и вот 6 месяцев, потом 8 месяцев прошло, и... И вот через 14 месяцев, в этот в месяц Бадра, Баладев явился сначала, и потом... В то время положение звезд другое было, а сейчас мы видим, что сейчас 3-го Баладева день явления, 12-го Кришна, но тогда звезды по-другому стояли, чуть отличалось. И вот Баладев, он думал, когда мой Господь Кришна явится, и поэтому я проявлю себя сначала
И тогда Рахини, она дала рождение Баладеву. И Баладев явился. И после этого, однажды, в этот следующий Джанмаштами, через неделю, две недели Кришна явился. Баладев родился днем, а Кришна ночью. И после этого споры невозможны, поскольку Кришна вот какие-то люди утверждают, что Кришна на год младше Баларама, но это неправильно, поскольку из Бхагаватам есть доказательства. Если добавить к 6-8 месяцев, и вот Баладев, он более таким развитым явился, Кришна менее, ну, меньше в возрасте. И вот и также есть свидетельство из Бхагаватам, то, что Шукадев Госвами описывает, что Кришна и Баларам, они оба ползали на веранде Нанды Махараджа, они два этих мальчика, они ползали. И, а если бы Баладев на год раньше родился и был бы самым могущественным, то он не ползал бы вместе с Кришной. Он бы уже ходил или бегал даже. И вот это неправильный сиддханта, то, что кто-то утверждает, что Баларам на год старше Кришны. А такие люди не сведущие в Бхагаватам, вот говорится, то, что они ползали вместе, играли вместе все время. Если там две недели разница, то это еще можно понять, но никак не год. И так или иначе, те, кто заявляют, что Баларам, он старше Кришна, это неправильно. Это несовершенный сиддханта. Мы не можем принять это. И вот сегодня день явления Баладева. Он очень милостив, такой милости мы не можем ожидать даже от Кришны. Он возделывает наше сердце своим плугом, чтобы поместить туда семя бхакти, настолько милостив он. Он всегда пытается как-то вас как-то культивировать наше сердце, чтобы посадить туда семя бхакти, семя преданности. И наше сердце, оно сухо, жестко, и кто-то должен возделать его. Как возделывают почву перед тем, как посадить что-то. И этот Баладев со своим плугом, он это делает и дает нам все возможности. Без Баладева нет. Даже мы слепы, даже Кришна слеп. Почему я говорю так? Если севактатвы не было бы, то что Кришна делал бы? Каков толк от Кришны без гуру? Скажите мне, что Кришна может сделать? Кришна сам говорит об этом. Если севактатвы не было бы, то что Кришна делал? Кришна не... Кто бы мог прославить Кришну? Кто бы мог служить Кришне? И вот это вся слава Баладев Нитянанды. И вот я хочу о многом сказать, но времени мало. Если есть какие-то вопросы, сомнения, можете спросить. Тадева рамям ручирам навам навам, тадева сасчада манасо махасавам, тадева сокарнава сосанам нинам, ядуттама слоука ясо нугияте. Боло Балададжи Махарадж ки, джай хо! Шапарсад Балададжи Махарадж ки, джай хо! Рохини майя ки джай хо, ан Джасуда майя ки джай хо, Нанда Баба ки джай хо, джай Ананта Гуру Вишнамина, Гаур Премананде.